Не только учить, но и воспитывать. Полномочия школьных педагогов надо расширить, уверены в правительстве Новосибирской области. Сегодня руководители двух региональных министерств образования и социального развития сошлись во мнении. Более внимательное отношение к детям решит многие семейные проблемы на ранних стадиях. Папа и мама поздно забирают ребенка домой, он приходит на занятия неопрятным, часто опаздывает. Все это должны замечать преподаватели и сразу сообщать специалистам по профилактике социального сиротства. Те, в свою очередь, обязаны поговорить с родителями, выяснить причины. Об этом сказано в стратегии развития воспитания в России до 2025 года. Документ выстроен на открытое обсуждение, коллеги. Я предваряю окончание выступления, призываю всех сегодня экспертов, участников круглого стола подключиться к тому, чтобы внимательно посмотреть. Документ небольшой, 10 страничек, уважаемые коллеги. Но это единая и идеологическая, и методическая платформа, которая при ее обсуждении адекватном и принятии в дальнейшем определит порядок действий тысяч, сотен и тысяч образовательных учреждений на всей территории Российской Федерации.